Ребята, хочу поделиться кое-какими мыслями, у меня накипело. Занимаясь защитой, я в первую очередь убеждаюсь в том, что люди, принимающие решения, способны изменить ситуацию в городе, то есть правительство, это люди-конкретики. Они не любят эмоции, слухи, мнения. Они предпочитают факты и соответствие этих фактов законам. Когда происходят какие-то нарушения по отношению к животным, когда животных обижают, нам иногда везет и оказываются свидетелями этого люди к животным неравнодушны. Назовем их зоозащитники. Так вот, на этих свидетелях только и может строиться наша работа. Но приходится наблюдать, как свидетели-зоозащитники, сначала эмоционально загоревшись гневом и готовые там жаловаться, писать, требовать, через какое-то время начинают тухнуть и проседать. Они боятся, боятся мести, боятся, что с помощью коррупции их с какой-то должности уберут или помешают их бизнесу. Ребята, вы уже определитесь, если вы мыши, так сидите не в власти. Обижают животных. Ну, скажите спасибо, что вас не обижают. Раз в городе, в котором вы живете, нет ни права, ни чести, ничего, есть только сила. Ну и бойтесь этой силы, чего вы высовываетесь? Если решили высунуться, ну, то будьте готовы принять удар. Ну, что это такое?